За 6 месяцев 2023 года в Таджикистане было зарегистрировано 472 чрезвычайных случая и ситуации природного характера. Из общего числа зарегистрированных случаев 36 нанесли материальный ущерб народному хозяйству. В результате стихийных бедствий погибло 30 граждан, пострадало 470 жилых домов, из них 28 полностью, 73 частично, 369 вспомогательных сооружений, 4 здания средних общеобразовательных и дошкольных учреждений, 5 мостов, 1916 гектара посевных площадей и 404 километра автомобильных дорог. Как сообщает КЧС, пострадавшим от стихийных бедствий семьям была выделена помощь в виде строительных материалов, продуктов питания, гигиенических и хозяйственных наборов, которые были доставлены в пострадавшие районы. За полгода 2023 года вследствие несоблюдения правил техники безопасности во время купания в реках и озерах погибли 87 человек. Из них в Горно-Балашовской автономной области 10 человек, в Сагдийской области 22 человека, в Хатлонской области 32 человека, в Душанбе 7 человек и в районе республиканского подчинения 16 человек. Из общего числа утонувших 46 – это дети и подростки до 16 лет и 41 человек старше 17 лет. В первом полугодии 2023 года спасатели КЧС участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнили аварийно-спасательные работы. Так, спасателями КЧС проведены 442 оперативных выхода, в результате которых были спасены 116 человек.